Всем привет! Это программа «Новый день» и с вами я, Анжелика Артемьева. Сегодня среда, 31 июля. В Чебоксарах на Московской набережной прошел театральный перформанс. Перед гостями фестиваля выступили известные в городе актеры и режиссеры. Они провели мастер-классы по сценической речи и рассказали, как вести себя на сцене. Но больше всех мальчишек и девчонок увлекло выступление художника-конструктора Чувашского государственного театра «Кукол». Когда дракон появляется перед вами, перед зрителями, он попадает всегда точнее, чем все остальные куклы, которые я сделал за все эти долгие годы. А на самом деле он простой очень. Жесткая вот эта голова и тряпка. Из чего создают персонажи спектаклей и какие механизмы позволяют им оживать в умелых руках артиста? Эти секреты на мастер-классе ребятам раскрыл художник-конструктор Чувашского государственного театра «Кукол» Евгений Тауркин. Он рассказал, что самое сложное – это передать характер героя. Для этого нужно проникнуться его историей, прочувствовать настроение. Опытному мастеру вдохнуть в куклу жизнь, как правило, удается быстро, но бывают и сложные случаи. Я делал эту Герду, и она с самого начала меня не взлюбила. Кукла меня не взлюбила. Она не хотела работать так, как мне нужно. У нее руки не сгибались так, как мне было нужно. Она вредничала до самого последнего момента. Пока одни слушали увлекательные лекции о театре, другие мастерили реквизиты. На соседней площадке ребята учились делать маски из подручных материалов. Для этого мы берем вначале шаблон, да? Берем шаблон и можем украсить его блесками, например, да? У нас есть блески, стразами, либо звездочками. Для гостей вечера выступил иллюзионист Альберт Пластинин. На глазах у зрителей появлялись и исчезали веревки, умножались узлы на них и двоились концы. А в перерывах между номерами мальчишек и девчонок развлекали аниматоры. Танцевать под их зажигательную музыку прибегали ребята из других площадок. На фестивале также работала и книжная выставка «Буккроссинг». Гости могли взять любую понравившуюся книгу и забрать ее домой. Все, что сегодня здесь на площадке, книжные выставки, викторины, театральные бродилки, различные квесты и квизы, все это сегодня можно увидеть, услышать, почувствовать, потрогать в библиотеках города. Сегодня и завтра театр Станиславский.ком приглашает на премьеру спектакля «Метод Грёнхольма». Это история о том, как обычное собеседование превращается в абсурдную игру. О других интересных событиях в городе расскажем в нашей традиционной афише. До 2 августа в детском парке имени Андрияна Николаева принимают заявки на городской конкурс красоты и таланта «Принцесса парка 2019». К участию приглашаются девочки в возрасте от 5 до 10 лет. Им предстоит рассказать о себе, пройти творческое испытание и оригинально поздравить город с юбилеем. В финале, который состоится 18 августа, определят победительниц в 10 номинациях. В эту пятницу Чебоксарский художественный театр приглашает на спектакль «Горе от ума» по пьесе Грибоедова. Начало в 19:00. На этом у меня все. Ну а завтра будет новый день.